Ребят, всем доброе утро. Сестренка меня заплела. Тебе нельзя, мама не разрешает. Меня заплела. Вот спереди, как я люблю, все собрано, ничего нет. А сзади сейчас посмотрим. И я, кстати, тоже. Вот, а сзади у нас получились вот такие две косички. Блин, ну красота бомбезная. С этой стороны. Вот, классно. Все, как я люблю. Вообще супер. Да? Вот эти торчат кусочки, ну потому что это, вон. Потому что у меня волос, он каскадом вот так вот идет. Все равно классно. Алиночка, ты в камеру попадаешь, моя девочка. Папа потом голову оторвет. Папа потом голову оторвет. Ну и что, он же твой канал не смотрит. Сейчас начнет смотреть по-любому. Плюс один подписчик. Плюс один подписчик. Да не, он будет невидимкой меня смотреть. Меня многие смотрят невидимкой. А это как это? А еще круто иметь бывших, потому что они меня спасают на этих стримах, в матчах. Я кидаю им, как это называется? Делюсь трансляцией. Ну, я смотрю на меня. Ой, красиво тебе очень. Это твои очень. Да, очень красиво. Они потом заходят ко мне и меня начинают быстренько лайкнуть. 30 секунд полайкают и с трансляции выходят. Но, тем не менее, меня спасают, когда надо. Пунь. Что, мы сейчас будем пить чай? Я как бы и не хочу, я, наверное, просто поем арбуз. Пунь. Я с утра встала, выпила маленький бокал кофе и там пару печенюк съела. Зайчиков. Один раз стою в магазине, и женщина одна приходит в магазин, передо мной, короче, стоит и говорит: дайте мне печенье кроликов. Думаю, господи, что за кролики там еще? Но продавец смышленая оказалась, положила ей зайчиков. Она перепутала, что нужно сказать кролики, а не ролики. Ну, не говори. Сегодня очень плохо спала я. Меня всю ночь тыкали в бока. В бока. У тебя что, пирожки есть или это рулет такой? Рулет. Кстати, дашь нам в дорогу? Ну, если останется. Мы сегодня будем снова путешественниками, мы теперь будем ехать назад. О, я хочу с вами. О, ты остаешься дома. Иди зубки чисти. Я вчера же зубы не чистила, сегодня утром встала, и я понимаю, если я еще сегодня не почищу зубы, мне будет трындец просто. Нашла у мамы там какую-то маленькую зубную щетку, она типа это, с гостиницы, да, маленькая такая. Я ее этот... Вау, ну, вообще круто. Мама подарила Вите рубашку, она мне так понравилась, я ее померила, она мне, прикинь, как раз только рукава короткие. А Юля мне рубашку подарила. Да, я тебе рубашку подарила. Я ее одела, да, подкатила рукава, мама как начала там выступать. Нет, ты че, сними, нехорошо, видно, что она мальчуковая, подростка, ни хрена там ничего не видно. Но я приеду как штаб, я ее все равно буду одевать. Проблема в том, что Витя начал сразу. Вот, мама моей много вещей одевает. И этот, нет. Теперь он мне скажет, баба же сказала тебе не одевать. И не будет мне разрешать. Мы с ним обувь носим одного размера. Можешь себе представить? У него есть белые кроссовки, офигенные на платформе. Они просто классные. Чистим зубки по утрам. И тут, и там, и тут, и там. И зубики будут не болеть. И, короче, я его эти кроссовки одеваю. Нет, нет. Когда мне надо белое что-то обуть. Не стоптанные? М? Не стоптанные? Нет. А те именно кроссовки, они на платформе. И этот. И он в них более-менее нормально наступает. Блин, почему мы живем не рядом? Я бы каждое утро к тебе приходила, а ты бы меня заплетала.
Прикинь, было бы как классно. Ага, мне. Хотя, по сути, это 10 минут. А самой себе невозможно, да? Не, маме возможно хвостик запустить. Хвостик. Забушили? Да, и арбузик, я поем его пока на камеру, пока Аслана нету, а то он мне не даст снимать. Ты в кефире? В эфире? Угу. Нет, я снимаю для Ютуба, потом в Ютубе это увидим. Угу. Но... Да, меня с ТикТока это разблокировали. Но я уже капец в красной зоне. Потому что у меня и так много нарушений. Юля, пропусти, отойди. Давай, проходи. Сейчас мы будем кушать арбуз. У нас получится Алина еще... Алина не будет. Мукбанг. Алина не будет арбуз. А почему? Я не хочу. Галочка, а почему? Ей надо на тарелочку нарезать, чтобы он чуть-чуть отошел. Он только с холодильника стоял на самой холодной полке. Ничего страшного, я думаю. На. Пусть согреется, а потом будешь есть. Хорошо? Как с арбузом это мощно разделала? Да я кусочек съем. Он хоть не маленький. Что там батя, кстати? Да, давно общалась с ним? Не очень. Ну, вот на день рождения звонил. Алинку поздравлял? Да. Как говорится, будь большой, не будь вообще. Угу. Да. Это он тебе так сказал? Я всегда оригинальным поздравлением. Оригинально. Я хочу это... Заехать, что ли, к нему? Хоть повидаться. Ну да. Мам, я чипсы хочу. Ну, он меня как-то спрашивал. Про меня? Что там, Коля, они расстались. Ты знал, что они расстались на 15 минут. Они у нас начинают? Они у нас будут ночевать? Нет, наверное. Мама будет где-то бывать. А, не знаю, надо позвонить, они там нравятся, а то, может, зачем это пачка? Вот это мой. О, рай. Господи, сколько у вас чипсов. А что так много? Славки, я лечу, я же две пачки купил. Мам. Я раскуплю себе. А ты тоже такое кушаешь? Да. Да, но что-то эти какие-то невкусные. Это вкусненькие. Как арбуз. Арбуз просто сказка. Нам повезло с арбузом. Сейчас приедем в город, я тоже куплю. Тебе тоже вкусно? Да. Мне вкусно. Я забыла в душе свои трусы вчера. О. Сейчас надо сходить забрать. Это с трусами выложишь? Угу. Я же на камеру не показываю там. Что такого? Не знаю. Мне было бы стрёмно. Вот я говорю, даже если вот это все мое бессмысленное, зато когда я буду старенькая, я могу зайти в YouTube и посмотреть вообще каждый день из своей жизни. И дать себе башню. А может наоборот. Походи, скачулька. Как
Красавчик. Ну такая красавчик. Аслан вчера назначил за эти ножницы. Вообще-то Витя взял вчера кухонные ножницы. Для травы. А кто же знал? Ну, непонятно? Он мне когда принес, я еще говорю, а что Галя тебе прям такие новые ножницы взяла? Дедовских старых что, нету нигде? Он мне сказал, мама ножницы просит. Мама ножницы. А потом оказывается, что вы траву резали. И до скольки ты вчера делала? Ой, в первом часу. У вас, наверное, они дорогие? Нет, так же. Четыре? Да. Есть репетер, который меньше, есть побольше. Вот ты видела, да, их тут? Видела, но все никак не покупала, потому что я думала, что ой, куплю, валяться будет. Не будет. Угу. Скоро, как у меня, будет картинная галерея. А какая это комната у тебя? У меня вообще одна комната. Вот в ней и есть. И туалет. Кстати, неплохая идея. Дизайн можно сделать. В туалете там вообще у меня просто тупо белые стены. У меня была мысль что-то сделать, либо туда обои какие-нибудь, знаешь, такие интересные наклеить. А типа, что, типа город. Разглядывать? Да. Ой, хоть бы вкусно получилось. Она не может быть невкусной. Это как это? Чё? А? Чё? Мамочка. Ой, мамочка, мамуля. Мам, чё? Были ночи, были дни, оставались мы одни. Не пойму, как так случилось. Не пойму, как все случилось, не пойму, как всё. Угу. Но я, кажется, влюбилась. Нам на дом не дело, дом не дело. Ой, не знаю. Я хотела скушать один кусочек, уже ем второй. Мама, растаял? Да, наверное, согрелся чуть-чуть. Так, типа, сончики, идите на другую партию. Чтоб не отвлекаем. Валить обуги. Немножко холодный, мам, ну ничего? Ничего. Немножко холодный. Оп, алай. Как Витя вчера там не побоялся. Галя, ему уже 11 лет. 12 вот будет. В Астраханке бывает раз в год. Что тут идти до светофора, на светофоре направо. Все, вот тебе парк. С парка вышел, до светофора налево. Все. Давай, давай, назови наш точный адрес. Твои фанаты начнут надоевать. У меня еще нет фанатов, мне кажется. Еще слишком рано. Вот когда будет 1000 подписчиков, потом можно сказать, что кто-то по-любому из 1000 один будет фанат. Может, кто-то уже и станет. Ну, может быть. Я твоя фанатка. Да. Умничка. Моя девочка. Все, гуляньте. Все, у меня этот перекур.